Житель Дубасар много лет придумывал всякие уловки, чтобы только не платить алименты дочери. Теперь за уклонение от родительских обязанностей ему придется провести год в колонии. По суду Владимир Попов должен был выплачивать алименты с 2010 года до совершеннолетия ребенка. Это решение мужчина игнорировал, и в 2017 суд назначил наказание уже в виде обязательных работ. Но и это никак не повлияло на проявление отцовской заботы. Мужчина даже на работу официально не устраивался, чтобы у него не удерживали деньги. Таким образом, задолженность по алиментам составила около 90 тысяч рублей. В свою защиту он заявил, алименты не платил и платить не будет, потому что не приходится отцом девочки. Между тем, генетическая экспертиза опровергла все сомнения по поводу отцовства Попова. Более того, она подтвердила выводы, которые сделали эксперты еще в 2011 году. Теперь горе-родителю предстоит провести год в колонии. Суд назначил ему самое строгое для этой статьи наказание.